Доброе утро! Изо дня в день я просыпаюсь всего в одном носке. Это вот с прошлой ночи, это вот с этой ночи, это вот с позапрошлой ночи, ну типа... Да, у меня валяются везде носки, что вы мне сделаете? Сейчас буду снимать рилс для себя и для своего магазинчика украшений. Я вообще-то собиралась снимать, и не было солнца. Это что такое? Мне нужен стабильный свет. А? Что это такое? Я, конечно, рада твоему присутствию, но как-нибудь... Ладно. Снимаем рилс. Так, сам рилс отснять, теперь я буду перекидывать материалы на телефон через компьютер. И пока будет перекидываться, заполню ежедневник, и ежедневник 6 минут. А потом буду выдвигаться уже к подружке, к Насте, потому что сегодня мы будем записывать наш первый подкаст. Мы выбрали тему ментального здоровья, поэтому я думаю, что будет интересно посмотреть, так как это актуально и для меня, и для нее. Все, дальше все подробности увидите в подкасте. Давай работай! Кстати, еще момент поделюсь с вами. Вчера плела колечки и смотрела Катю Клэп. Господи, какие... какой теплой ностальгии меня накрыло, потому что это тот человек, который посадил во мне вот это вот семечко любви к блогингу и желание стать блогером, потому что, да, я ее смотрю уже лет 10, если не больше, и если вдруг меня спросят, почему я такая позитивная и креативная, я просто скажу, что я смотрела Катю Клэп. Кстати, в ТикТоке мне почему-то несколько раз писали, что я на нее похожа, но больше комментариев о том, что я похожа на Диму Белорусских. А как же блогинг, это сложно. Опять же, при просмотре Кати она неоднократно говорит: я сегодня в работе монтировала, снимала. И я поняла, что блогинг — это просто ритм, ну, режим жизни такой, когда ты чуть ли не каждый день ставишь камеру, снимаешь, говоришь, на следующий день там или в этот день садишься это все монтировать, и потом снова и снова снимаешь, монтируешь. В этом году я хочу сделать достаточно большой уклон на развитие своего YouTube-канала, но параллельно я хочу развивать свой Instagram. И как я буду это все совмещать, я не знаю. Будем наблюдать, как это все будет происходить. Вот. Что мы делаем, если у нас нет упаковочной бумаги? Правильно. Берем бумагу для выпечки. Делаем вот так вот. Упаковываем. Я люблю делать подарки. Что? Я в сборе, готова. На улице минус 9. Я ненавижу холода. Но вроде бы светит солнышко, немножко лежит снег. Так что мне кажется, это будет поприятнее, чем обычно. На улице мороз, небольшой ветер. Если бы не ветер, было бы прекрасно, но... Ростове-на-Дону и без ветра. Я бы подарила мне подарок. Ты че, с ума сошла? Это ты делала? Ебать, они красивые. А че так много? Это очень красиво. А вот это что, блин? Это морковный пирог. К чаю. Спасибо.
Еще будет сейчас цветной свет. Вот этот вот микрофоны. Занимаемся съемками. Это фотооборудование. Ребята, дорого. Лучше не знать, сколько я потратила на это денег. Ноль. Так, ну-ка сядь. Сядь. У меня депрессия. Еще. Hello. Very, very beautiful. Как тебе? Охуенно. Оу, блин, я не смотрела, как я там выгляжу. Наверное, как королева. На минуточку. Мы отсняли подкаст для Насти, потом отсняли подкаст для меня и поняли, что не пишется звук и третья камера. Поэтому подкаст для меня мы записывали дважды. Но мы записали, мы это сделали. Да. Если вы не посмотрите и не поставите лайк, ваша мама умрет. Макияж. Мы берем маслечко от бренда The Act. Пожалуйста. Надо много маслечка. Вот так. Возенькая. И глазки? Да. О, господи. Хорошенько трем. Мне неприятно. Терпи ты, женщина. О, год. Теперь немножечко воды и еще помажь. Ай, блядь. Да, только ни хера не получается. Вот такой вот ангелочек. Его ты разогнала. Ай, я думала, ты порезала. Нет, еще. Ёпта. Браться до твоего восьмого этажа. До твоего восьмого этажа. Погоду, табак, там шляться. Я думала, от красного не плачет. Ну, красота. Какие мы? Сейчас еще будем делать кекс. Ёпта. Я же плевалась. Доставка. Анпакинг. Один? Ладно. Это не то, блядь. Ой, это наш размерчик.